понедельник, 6 мая, Джорджу Клуни исполнилось 58 лет. Мишель Пфайффер воспользовалась случаем, чтобы не только поздравить именинника с этой датой, но и напомнить о некогда заключенном пари. В Инстаграм звезда фильма «Иствикские ведьмы» выложила редкое свадебное фото Джорджа и Амаль Клуни. С днем рождения, Джордж! Кстати, между нами, разве нам не пора разрешить давно просроченное пари? И да, мои запоздалые поздравления. Написала Мишель. Примечательно, что первой, кто отреагировал на пост актрисы, стала Амаль. Я помню это пари из фильма «Один прекрасный день». Ему лучше заплатить, а то не уйти ему от кнута, пошутила юрист, намекая на виртуозное владение Мишель плеткой, когда она играла женщину-кошку. Пользователи подключились к этому замечанию. Он должен тебе $1000. Но полагаю, что он должен будет тебе еще и проценты. А всю сумму ты перечислишь в свой благотворительный фонд, я слышала это. Ты держала пари, что он женится. Ты знала. Никогда не говори никогда. Написали они. Поклонники также попросили Мишель повлиять на богов Голливуда, чтобы они сняли продолжение мелодрамы «Один прекрасный день», а также убедить Джорджа Клуни завести страничку в Инстаграм. Напомним, что фильм «Один прекрасный день» был снят в 1996 году. Он рассказывает о журналисте Daily News Джеки Тейлоре и Джордж Клуни, и архитекторе Мелани Паркер, Мишель Пфайффер, которые оба разведены. В выходной день они с детьми опаздывают на школьную экскурсию, и теперь им некуда их девать, так как у обоих из них важные дела. Однако им приходится скооперироваться. Поначалу они равнодушны друг к другу, затем начинают испытывать неприязнь из-за стресса и опозданий. Однако постепенно, к концу трудного дня, между Джеком и Мелани просыпаются чувства.